Популярный во Владивостоке рынок, больше известный среди приморцев как рынок на Спортивной, закрыт для посетителей. Территория по периметру огорожена железным забором. Основной вход на рынок остается открыт, но продажи закрыты. Лишились жители региона не только вещей, но и парикмахерских, а также нескольких точек питания. Как оказалось, по решению суда на часть объектов был наложен запрет. Судебным приставом поступил исполнительный лист о запрете эксплуатации части рынка на Спортивной. В частности, запрет введен на территории, которые расположены между торговыми центрами «Кристалл» и «Виктория», на объекты, расположенные в районе улицы Спортивная 1В, а также между улицами Фадеева 1В и Фадеева 2Д. По предварительной информации, запрет будет действовать до конца лета текущего года.